социальных сетях пользователи Telegram массово жалуются на сбои мессенджера. 29 марта многие пользователи подумали, что Роскомнадзор, обещавший заблокировать мессенджер, все же это сделал. Пользователи нескольких стран отметили, что сообщения в Телеграме не отправляются. Он продолжался около 3 часов, кажется. В это время я планировал опубликовать несколько постов, и с ним пришлось немного подержаться. Примерно 40 минут назад, по-моему, все восстановилось уже. Однако основатель мессенджера Павел Дуров в своем твиттере поспешил успокоить всех пользователей. Как оказалось, причиной массового сбоя стало отключение электричества в дата-центре компании. Массовый сбой коснулся пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Олег Кашин, Универньюз.